Короче, включаем машину. Идем мыть руки. Так, это мой завтрак. Ну все, вроде нормально. Так. Работать готовы. Так, достану-ка я суп. Короче, сейчас мне нужно будет поставить мусорки. Подождите, пока машина нагреется. А, и буду пить кофе. Класс. Еще было чисто. Вот такое вот утро. Хочу спать. Или не хочу. Да нет, вроде даже спать не хочу. Но что-то как-то настроение странное. Кружка. Так, протерли. Пролив мы делаем простой, ничего не замеряя, потому что машина моется с химией. Поэтому первые эспрессо пить очень нельзя. Хочешь, можешь, конечно, но не стоит. Супер, просто супер. Отвал всего в жизни. Так, теперь мы убираем за собой, потому что я ненавижу, когда грязно. Люблю вообще кофе на кокосовом молоке, потому что от обычного молока мне обычно бывает не очень. Бабулю вы что-то потеряли? Бабулька очень долго стояла, смотрела в снег, а потом резко куда-то побежала. Так, ну а теперь время завтрака. Обычно я здесь включаю музыку, но если сейчас включу музыку, то у меня заберут авторские права на видос. Рулетики. Можно было бы, конечно, поесть кашу утром, но я не ищу здоровых путей. Поэтому ем рулетики утром. Короче, как-то так проходит начало. Мясо-мяло. Прошел уже где-то час. Что я делаю? Я сижу, блин. Я захотела спать. Короче, я тогда забыла о том, что я снимаю видос или пытаюсь. Поэтому как-то так. Прошло уже, кстати, 4 дня. Перекус баристочек. Я ем роллы. Вчерашние. Блин, хоть бы не сюда, хоть бы не сюда. Вы не подумайте, что я не люблю посетителей. Это из-за того, что я кушала. Могу продолжать свою трапезу. Всем спасибо за внимание, за попытку понимания. Как-то так.